Привет, зритель. Пум-пум-пум. Ноябрь заканчивается, хотя сегодня еще 25 ноября. Но уже как бы надо писать уход следующего месяца, то бишь декабря. Пена для ванны, она у меня переходит на следующий месяц. Я очень надеюсь, что я до конца ноября все-таки засуну себе в ванну и сделаю себе пену с этой пеной. Пену с ванной. Потому что пока вот она вот как-то почти не тронутая. Это подарок от подписчицы Люли. Это роскошные цветы, пена для ванны от Avon. Мне очень нравятся вот такие пены Avon вот в таких флакончиках. Люля, спасибо за подарок. А Avon за шикарную пену. Еще один подарок от подписчицы Люли. Это из Тюмени, которая Люля. Avon Care. Увлажняющий с маслом авокадо гель для душа. 400 мл. Я очень хотела попробовать гель для душа серии Avon Care. Ну вот... Лёля мне такую возможность предоставила, за что ей тоже снова спасибо. Я даже один раз его открывала в этом месяце. Мне очень было любопытно, что это за гель. Очень классный. Вот в декабре я им буду пользоваться. Я думаю, что мне его хватит на целый месяц. Тут 400 мл. Он более-менее экономичный, хороший гель, в общем. Алоэ вера у меня переходит тоже на декабрь. Тут где-то уже половинка осталась. Это у нас ботаник секрет алоэ вера 95%. Увлажняющий гель для лица и тела. Супер универсальный. Я тут заказывала подарок приятелю на Алиэкспресс внезапно. В страну восходящего солнца. Она уже неделю как прыгает по этому Китаю, прежде чем отправиться в Японию. Короче говоря, и узнала, что оказывается, если люди у вас перхоть, в волосах запуталась, то после мытья на 10 минут нанесите алоэ вера и смойте потом его теплой водичкой. И будет вам счастье. Вообще очень универсальная штука. Вот это внезапно русского изготовления. Я сначала думала себе прикупить что-нибудь еще, но как бы это заканчивается, хотя тут еще половина. Потом вспомнила, что у меня в холодильнике, в морозилке точнее лежит алоэ вера собственного изготовления, то бишь срезанный, измельченный и замороженный. Я хочу его потом скрестить с агар-агаром и посмотреть, получится ли у меня сделать алоэ гель. Уже 99% алоэ веры и 1% агар-агара. В общем, вот переходит на следующий месяц. Так, я мыло не показываю, оно у меня там то на кухню ложу, то на этой в ванной лежит, короче, универсальное такое мыло для кухни и для ванной. И даже как гель для душа пару раз использовала, очень большое мыло. Оно будет, ну, практически не вечным, конечно, но долго будет жить. Это тоже подарок от подписчицы Люли. Это детское мыло с экстрактом череды на основе натуральных масел. Тут где-то было написано, какое оно огромное, но я тут найти не могу. Ну что-то мне кажется, что тут не 160 грамм его было. В общем, много. Там огромный такой кусок. Я просто бумажечку оставила, пока сохранила. И решила вам тут помахать этой бумажечкой. Очень крутое, хорошее мыло. Одобрено дерматологами. Хорошую пену дает. Кожу не стягивает, если его, допустим, как гель для душа использовать, на мочалку натереть. Да, вот как раньше в детстве. Вот я не знаю, раньше в детстве как-то это мылом мылись, а на мочалку терли, и все ништяк было. Никаких гелей не было. Если и были, то у меня они несколько позже появились. А короче, очень классная штука такая. Универсальная. Думаю, может, даже волосы можно им помыть. Но я пока еще не экспериментировала так. Спасибо, Лёлечка, за мыло. И оно у меня переходит на декабрь. Практически еще в первозданном виде такой огромный кусок. Единственный минус, неудобно в руке держать, он большой очень. Но я думаю, что оно может еще и на январь перейдет. Это, как я ни старалась, все еще не закончилось. Не, конечно, возможно, но за 5 дней ноября с хвостиком закончится, но вряд ли. Тут у нас мирола, какао-масло, косметическое. Упругость и тонус изначально 25 мл наружная. Хорошо на ногти. Хорошо, допустим, кожу увлажнить, там, губы увлажнить, еще что-нибудь, руки помазать. В общем, хорошая штука совершенно. В аптеке продавалась за 116 рублей. Совершенно бюджетная вещь. Я уже не буду в 125-й раз говорить, что им можно убрать морщинки в уголках глаз, которые называются этими самыми гусиными или куриными какими-то там лапками. Если вам интересно предыдущий уход на вот ноябрь, допустим, гляньте. Так, у меня этот крем. Честно, я им пользовалась иногда. Иногда даже в середине дня. Короче, он у меня переходит на декабрь. Возможно, в декабре будут в пустых баночках. Это Green Mama, ночной крем для лица. Чистая кожа пионы чага. Содержит чистое масло карите. Очень хороший, классный крем. Тут 100 мл. Мне раньше такого флакона хватало на год. Я каждый день им пользовалась. Сейчас мне его практически хватает на год, но я не каждый день им пользуюсь. Иногда вообще забываю про него. По большей части. У меня переходит. Я думала, оно закончится. Но оно...
Возможно, будет вечным. Там вот совсем вот, ну, с полпальца осталось. Конечно, возможно, оно уделается внезапно за 5 дней и будет в пустых баночках потом, но пока я его заявляю на декабрь и в моем уходе. Green Mama, формула тайги, молочко для снятия макияжа, масло зародышей пшеницы и ромашка, 300 мл. Очень хорошее молочко. Можно даже просто лицо протереть, кожу лица, хотел сказать морду лица, в итоге сказала. Внезапно, он у меня был заявлен на ноябрь, но мои волосы, я так поняла по ним, что они подустали от этого шампуня вечного. И в пустых баночках будет немножко другой шампунь, кстати, подарок от подписчицы Лёли. А этот у нас переходит теперь на декабрь, мои волосы, я думаю, от него за ноябрь отдохнули. Green Mama, формула тайги, шампунь от перхоти, лесная вишня и репейник. Мне очень нравится аромат вишни, вот этот аромат шампуня, вообще сам этот шампунь. Но что-то он меня так подзадолбал, что я думаю, он закончится у меня однажды. Я в ближайшее время пока не буду пользоваться шампунями от Green Mama. Они все-таки концентрированные. А мне как-то вот, ну, иногда хочется просто шампунем. Не тот, который надо разводить с водой, так как-то поливать на себя. А таким вот выдавил, вспенил волосы, и будет вам счастье. Вот выдавил, вспенил, он будет в пустых баночках, я думаю. Потому что там у меня как бы еще 5 дней ноября. И я не очень уверена, сколько в этом тюбике осталось. Но вообще хороший шампунь. Я люблю эти косметику Green Mama. Но что-то у меня так получается, что постепенно я избавляюсь в своем ассортименте и от Ифраше косметики, и от Green Mama. Ифраше будет в пустых баночках. Тут, по-моему, от Ифраше в уходе ничего и нету. Но зато в парфюмах, возможно, не знаю... А нет, и в парфюмах. А да, в парфюмах месяца декабря будет немножко Ифраше. В общем, вот Green Mama, она переходит на следующий месяц. Сейчас, кстати, что у нас тут? Ну, где-то вот 1/4 осталась, наверное. Да. Где-то так, 1/4, может даже 1/5. У меня будет на декабрь крем для рук Green Mama. Для сухой кожи рук календула и масло смородины. 100% натуральные эссенциальные масла. Он как бы уже начатый и когда-то в уходе присутствовал. Но я думаю, что у меня тот кремичек от Лёлечки что-то там с мышкой закончится уже в ноябре. И вот на декабре я сейчас его открою. Вот если у вас супер сухая кожа рук и потрескавшаяся такая до кровушки, то уже этот крем вам не поможет. Вам тогда поможет сливочное масло, сметана, кефир, масло растительное какое-нибудь. Но не этот крем. А если просто сухая кожа рук, но еще не дошла до той стадии, которую я недавно озвучила, то он вполне себе нормально вам подходит. Он не липкий, можно сказать, быстро впитывается. Ну, не настолько, конечно, быстро, так как, допустим, у меня был крем Баксдравовский, да? Но тоже быстро. Ну и как бы вот намазали, можно взять в руки флакончик, и ничего не рухнет. Так, я его не заявляла на ноябрь, но в какие-то моменты я его достала и юзала в ноябре. Поэтому я решила, что надо бы его на всякий случай обозреть и на декабрь. Это детский крем с чередой от Green Mama. Тут 170 мл было изначально. Очень классно. Я считаю, что вот если я вдруг буду что-то еще в Green Mama заказывать, или на Озон Green Mama покупать, или там на Вайтберрис, короче, где-нибудь буду Green Mama покупать, у меня крем этот уже закончится, то я себе его приобрету. На все времена отличный крем, вот с 2011 года, как я Green Mama пользуюсь, я его периодически покупаю, он до сих пор еще не снялся с производства, на мое счастье, очень классный. И именно с чередой, мне кажется, какая-то сыпь была после того, как моя подружка, как обычно, не читающая составы, на том, что она покупает нам с ней к чаю, ей-то, по-моему, вообще пофиг, что есть, пальмовая там масло в 100% составе или 666 Е, или все вместе, и ей ни холодно, ни жарко. А вот мой организм начинает странно реагировать иногда высыпаниями, и вот меня вот эта штука спасла. Так что этот детский крем, он универсальный, не только потому, что у меня зубы молочные, я его использую, но еще и потому, что он с чередой. На самом деле, ну как бы детский крем, он на все возраста, мне кажется, не только для детей. Так, еще одна Green Mama у меня переходит на декабрь. Я ее, честно, пыталась усиленно пользовать, где-то так раза 2, 3, 4, 5, ну, максимум 5 дней, 5 раз, наверное, за месяц, но не уделала. Тут 2 в 1 Green Mama, крем-эксфолиант для лица, крем-эксфолиант 0% натурального минерального, пардон, масла, силиконов и красителей. Тут у нас микронизированная кукурузная пудра с аллантоином, окопником и расторопшей. Вот в таком черном флакончике у них есть подобным черным дизайном еще какая-то фигня, типа патчи для глаз или как-то так. Но я патчами никогда не пользовался, не представляю, что это такое, зачем оно и вообще.
Но вот есть такая же штука, только не во флаконе, не в тюбичке у Глин Мамы. Это, можно сказать, новинка лет двух назад, так сказать. Года два назад изданная. Хорошая штука. Я по большей части ее как бы с крабиком по большей части принимаю, чем там кремиком каким-то, маска или еще что-то. Вот была у меня эта маска, она будет в пустых баночках от Green Mama, которую мне прислали там в подарок за заказ, это стягивается с тебя. Я вдруг почти научилась ее снимать за два применения, ну не за, как бы в идеале это за одно. В прошлом месяце она была на ноябрь заявлена, эта маска, пленка. Гринова, Green Mama. Ну, Green Mama, серия Гринова. И у меня снималось обычно за несколько частей. Тут за два применения оно у меня снимается. Но все равно, когда эта фигня остается, я после этой маски пользовалась вот этим скрабиком. И после этого кожа была уже так вообще супер. Green Mama очередная, я тут открывала, глянуть сколько хоть там. Внезапно я одну треть уже использовала. Это у них практически. Это у них новинка, но сейчас у них вышли еще какие-то кремики там для тех, кому за, совсем за, совсем, совсем за, еще какая-то фигня. Ну, в общем, это новинка, допустим, годичной давности. Более ранняя новинка вот это, а это более поздняя новинка. В подобном флакончике есть крем для рук, но когда я заказывала крем для ног, крема для рук наличия не было. Ну, в принципе, на тот момент и были крема для рук. Это Green Mama крем для ног 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. И 0 парабенов, красителей и минерального масла. Food cream. Очень суперская такая штука, люди, знаете. Конечно, она там кожу пяток не делает такой, как вот супер, такой мяконькой. Надо, конечно, скрабировать, отмачивать и тому подобное. Тогда, может быть, будет вам счастье. Но хороший крем, он увлажняет. Иногда я его как использовала и повыше ноги помазать, там, допустим, ниже колена, но выше стопы. Хорошо впитывается, буквально 3 капельки надо, чтобы... стопу намазать и хватает. Короче, всего лишь 3 капельки пшик-пшик-пшик на ногу. В сумме 6 капелек. Экономично, я думаю, еще надолго хватит, раз там 1/3 только еще израсходованная. Avon Care Tonus с ароматом банана, лосьон для тела для всех типов кожи, 400 мл, он будет вечно. Это тоже подарок от подписчицы Лёли. Тут у меня иногда на гель для душа, который от Avon, тоже от Лёли, он будет в пустых баночках, иногда кожа была стянутая. Иногда повсеместно, а иногда частями, я его пользовала. Я не знаю, сколько там осталось. Я пыталась это узнать. Слушайте, он булькает. Короче, у меня благодаря Лёле и маминой подруге приличное количество Avon лосьонов для тела. Я думаю, когда у меня закончатся крема для рук, я буду использовать Avon лосьон для рук, который для тела, но как для рук, потому что как бы их надо, ну, надо использовать, да, когда-то. А этот пока у меня, к сожалению, еще не закончился, или к счастью, но в общем, он у меня переходит на декабрь, и я не знаю, сколько там еще есть. Но я им с удовольствием пользуюсь, когда вот приходит нужда. Так вот чисто, чтобы вот, ну, кожа не сухая, его намазать, мне как-то не возникает желания. Еще одно, это уже как-то открывала, это тоже подарок от подписчицы Лёли. Avon Care, увлажнение с огурцом и с алоэ огурцом, очищающее средство для лица, для всех типов кожи, 200 мл. Мне вот такие умывалки очень нравятся, у Avon они хорошие, они смывают, примерно практически всегда смывают эти бальзамы, блески для губ, помады, может быть еще что-то смывают, ну как бы я другим не пользуюсь. Хорошая экономичная штуковина. Я думаю, что она у меня будет в ближайшие так 2-3 месяца ухода стабильно, скажем так, в обзорах. 200 мл. Жалко вот эту фигню не открутить, не узнать, сколько там. Но мне кажется, я там, ну, вот столько, может, от силы использовала в свое время. Так, у меня бальзам для губ теперь только один. Один, совсем один. Я на Алиэкспресс, конечно, заказала, но он тоже где-то все по Китаю прыгает. И до меня пока не дошел там бальзам для губ. Ну, вот в том плане, что вот именно вот такой, да. Его участь примерно, как и Фраше, постигает. Я так, как удобнее как-то. Когда зеркала под рукой нет, а хочется побыстрее губы увлажнить. Короче... У меня есть там бочонок от Oriflame, от Лёлечки из Тюмени, которая... Есть еще какая-то фигня, есть какой-то самопальный имени меня, воск плюс кокосовое масло, плюс еще какие-то эфиры, еще что-то там, бальзам. Ну вот именно как помадкой такой гигиеничка, только вот это осталось. Это подарок от зрителя, то ли Сергея, то ли Максима, честно не помню фамилию.
Мое солнышко, бальзам солнцезащитный. Я только в прошлом обзоре на ноябрь узнала, что он действительно солнцезащитный. Я до этого не обращала внимания. Я читала бальзам защитный. Ну, то, что там солнце посередине, я думала, это просто, ну, как бы мое солнышко, поэтому солнце. В общем, такой тут мелкий чувачок. Большая башка. Явно этот какой-то лягушонок, не лягушонок. Ну, дети, у которых большая башка, конечно, дизайн не очень так вот это, если загоняться, да, но так прикольный ребятенок с большой башкой. И большой копной волос желтых. Если бы он был негритенком, у него бы, наверное, волосы были черненькие. Ну, тогда вот понятно, большая такая копная волос на башка. И он хорошая такая гигиеничка. И он вот у меня в декабре. В прошлый раз я что-то не обозревала, хотя его потом достала и юзала. Ну, месяца два я, наверное, не обозревала свои эти самопальные тоники, тут решила обозреть. Достала тут из шкафа лист черной смородины, шишки сосны. Шишки, сосна, шишки и почки и ель. Видимо, были шишки и почки от сосны и еще почки от елки. Сделан он у нас, оказывается, 11 февраля 2020 года. Он еще не это, ничего с ним плохого не случилось. Он вполне себе нормальный, никакого осадка еще не дал. Стоял в темном, прохладном, более-менее прохладном месте. Я его тут немного так приличненько использовала. Да, это флакон от Ифрашевского. Органные розы. Вообще мне нравится вот эта штука. Но у меня как бы с Ифраше внезапно не сложилось. Не будем о грустном. Поэтому как бы... Не, можно, конечно, там заказать Ифраше на Вайлдберрис или на Озон. Там не весь ассортимент бывает. Давно мне никто Ифраше не дарил. Печаль вселенская. Знаете, как-то ни холодно, ни жарко от этого. Но я сама, соответственно, не покупаю. В Ярике не ездила в этом году, к сожалению или к счастью, не знаю. И поэтому у меня здесь вот... Тоник для лица. Я им протираюсь по утрам, по вечерам. Ну, когда, короче, нужда приходит. Хорошее, кстати, сочетание. Если у вас есть лист черной смородины с шишки и почки сосны и елки, заварите их вместе. Слейте, процедите, залейте куда-нибудь. И ватным диском физиономию себе протирайте. Так, и последнее, что у нас. Это зубная паста. Я вот сейчас ее достала вне камеры. Это зубная паста, которая благодаря магазину MyIndia мне пришла на обзор в предыдущий ролик, предпредыдущий ролик, я, короче, оставлю ссылочку в ролике в такой буковке. И вот когда я монтирую или что-то там уже на канале делаю, то вот я когда лицом в монитор смотрю, то это с правой стороны, в правом верхнем углу вот такая штучка, туда ткнетесь, и там будет ссылочка на этот роличек. Это у нас Патанджали. Я не сильна в индийском, совершенно, возможно, не так прочитала. Данкант Джуниор Дентал Крим. Джуниор. Короче говоря, тут 100 мл зубная детская паста для детей, для молочных зубов. Я ее выбирала специально, потому что она для, ну, как бы для детей, у детей обычно молочные зубы. У меня тоже молочные зубы, их всего 27, и где-то там 3 четверти у меня молочные зубы. Когда-нибудь они, наверное, совсем поменяются, да? Я знаю, что некоторые недоброжелатели меня все еще обсуждают с этими зубами. Так вот, знаете, они пока у меня еще не выросли до конца все. Короче, это очень классная зубная детская паста. Я один раз ей попользовалась. Она такая мягко-гелевая. Вот оно тут вылезает и обратно улезает. Травянистая, приятная на вкус. Бывает такая травянистая, ну так себе. А бывает вот приятная на вкус травянистая, очень хорошая зубная паста из магазина MyIndia. Кстати, там бесплатная доставка теперь на все товары. Вот когда я еще оформляла заказ на обзор, там еще на некоторые товары действовала как бы немножко платная доставка. Теперь-то минимальный заказ 999 рублей, бесплатная доставка на все. И если вам захочется делать себе заказ и при этом получить маленькую скидочку в 6%, то можете использовать мой промокод, он вообще вечный, Ivy Forever. Да-да, как мой ник. Я ссылочку теперь, у меня будет ссылочка тоже вечная в инфобоксе, после информации о том, что вы можете стать моим спонсором и получить за это какие-то бонусы, допустим, СМР 2-3 раза в месяц стабильно, мукбаги аналогично, упоминание вашего ника либо имени в титрах в конце ролика, стримы по ссылке и прочее. И вот после этого там уже идет ссылочка на сайт myindia.ru и
мой промокод I will forever. В общем, вот такой у меня обзор моего ухода на декабрь. Всем спасибо за просмотр. Если вдруг вы пользуетесь чем-то таким, что вот у меня тут обозрелось, дайте знать в комменты, будет приятно почитать. Пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!